В зале торжеств областного правительства собрались представители профессиональных учреждений и исследовательских институтов. Через считанные минуты лауреаты получат награды. В свои работы каждый вложил силы, знания и возможности. Для них это большой труд, который не остался незамеченным. Сейчас, как никогда, важен технологический суверенитет нашей страны. Над этим работает все научное сообщество совместно с предприятиями региона. Конечно, любое направление в экономике, социальной сфере, здравоохранении, образовании развивается за счет передовых идей, инноваций и открытий. Кристина Корочина почти 10 лет работает в сфере медицины. Награду получила в номинации «Высокие результаты в исследованиях, разработке и практическом применении новых методов и средств в медицине и здравоохранении». Как спрогнозировать болезнь суставов, найти эффективное лечение и создать модель, по которой можно изучать лекарственные препараты. Кристина находит ответы на эти вопросы и посвящает этому свое время. Мы стратифицировали и выделили специальные подтипы заболевания, которые предполагают каждый свой специальный подтип лечения. То есть персонализация лечения в зависимости от особенностей типа заболевания. Ольга Сальдаева получила награду за работу теории и практика организации обучения детей с расстройствами аутистического спектра. Под ее руководством была разработана авторская технология безбарьерного обучения. Ольга рассказывает, что развитие инклюзивного образования – процесс сложный, многогранный, требующий особого подхода. Главное – добиться результатов в современной коррекционно-педагогической помощи. Нам удалось разработать технологии безбарьерного обучения. Мы получили патент на эту технологию. Ну а потом в этом году, в 2023 году, пошли дальше и создали, написали учебник «Инклюзивная педагогика», который в себя включил тот опыт, который мы наработали, технологию, которую мы разработали. Праздничное настроение, цветы, дипломы и памятные фотографии. Для победителей столь важная награда может стать толчком для разработки новых научных идей. Айнура Алиева, Виктор Горшенев. Новости дня.